चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय त्रिनादपि सुनिचेन Тринадапи суничина, тарурапи сахишнуна, аманена манадена, киртаниях сада харих. Значение. Каждый должен обладать смирением травинки, быть терпеливее дерева, не ожидая никакого почтения к себе, отдавая уважение и почтение другим, в таком состоянии постоянно воспевать святые имена. Если кто-то обладает этими качествами, для него существуют проблемы в этом мире. Почему вы спорите между собою, находясь в одной большой семье Чайтанья Махапрабху? По какой причине? Потому что мы не следуем этой формуле. Вы не обладаете четырьмя качествами, не оказываете должного почтения старшим и младшим преданным, имея желание контролировать любым способом для собственного престижа. Вы не оказываете должное почтение другим и не обладаете смирением, подобным травинке. Ничего из четырех качеств вы не имеете. Даже тени Тринадапи суничина. И также вы не обладаете терпением. Почему дается пример дерева? Ты можешь ответить? Каждая часть дерева предназначена для других. Например, фрукты. Если кто-то бросит камнем в дерево, вместо того, чтобы отомстить, дерево очень спокойно отдает все, что имеет. Фрукты, листья, кору, ветви. Все принадлежит для других. Тот, кто находится под палящим солнцем, всегда может укрыться под тенью дерева. А если вы не польете дерево, оно никогда не попросит. А вы можете обладать этими качествами? Если вы желаете обрести Кришна-прему, первое, вы всегда должны воспевать святые имена и обрести эти качества, никого не оскорблять и критиковать. Если это чистый преданный, а вы критикуете его, что произойдет? Шри Кришна сам придет и накажет вас. Может быть, Кришна лично не придет, а пришлет ямадутов с огромными клыками, и они сокрушат вас. Если вы хотите обрести качество чистого преданного, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет в Чайтанье Чаритамрите. Я желал совершать баджан, но эта шлока явилась для меня очень большим препятствием. Мы желаем воспевать святые имена, памятовать,
слушать Харикатху, заниматься садхана-бхаджаном и обрести качество вайшнава. Но эта шлока является большим затруднением для нас. Тринатапи, суничина, тарурапи, сахишнуна. Если вы не оказываете соответствующее почтение не каждому, а в определенной степени, в зависимости от категории вайшнава, канишха, канишха, утам, утам, мадхьям, мадхьям, сознательно. Но кто может об этом знать, если вы не находитесь на уровне мадхьям-адхикари преданного? Вы не сможете решить. Из-за денег ученик может убить своего Гурудева, оскорбить его, отрубить ему голову. Not giving proper respect to juniors and seniors. Prema maitri kripa upeksha. Правильным образом Prem to Krishna. Оказать почтение старшим и младшим преданным. Мадхьям Адхикари преданный обрел прему Кришне и развивает три вида взаимоотношений мэтри, что означает дружба. С Уттам Адхикари преданным он дружески расположен в настроении служения и смирения. А тот, кто находится на уровне Мадхьяма Адхикари, Мадхьяма Адхикари оказывает ему дружеское расположение с большим почтением. А с Канишха Адхикари преданными он относится с большой любовью и милостливо рассказывает Харикатху, помогает им обрести бхакти. Тот, кто обладает оскорбительным настроением, критикой, от них он держится подальше, даже если это родители, отец и мать, духовный учитель и те, кто принадлежат к этой категории. Вы должны оставить взаимоотношения с ними на всю жизнь, если вы желаете обрести бхакти и с большим почтением относиться к вайшнавам. Для того, чтобы обрести бхакти, вы должны следовать этим принципам. Шрила Бхактивинода Тхакур написал очень хорошие комментарии, но, к сожалению, у нас нет времени. Я хотел закончить всю шикшаштакам в течение 7 дней. Я начал. Но сейчас я вижу, что не в состоянии закончить. Пожалуйста, простите меня. В следующий раз, когда предоставится возможность, я постараюсь завершить вовремя. Далее Шрила Бхактивинода Тхакур продолжает. Прежде всего, вы должны оставить все оскорбления. Не совершайте оскорблений с помощью языка, ума и чувств, даже во сне. Вы не должны никого критиковать. Если кто-то ведет себя недостойным образом, не критикуйте его. Шри Кришна накажет его, или же Ямадуты. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы наказывать и контролировать. Мы садаки, практикующие преданные. Мы не Шри Гуру. Вы всегда должны считать себя, что вы садаки. Читание Махапрабху, сам Сваям Шри Кришна, который перенял настроение и красоту Шримати Радхарани, всегда сокрушался. У меня нет ни капли премы. И всегда оказывал уважительное почтение всем. Читание Махапрабху предложил пранамы Сарвабхома Бхаттачарья, который обратился к нему. «Ты должен посещать мои классы и слушать Харикатху. Я желаю, чтобы ты обрел совершенство в Брахмагьяне». Читание Махапрабху очень смиренно ответил: «Я твой сын и ученик. То, что ты
считаешь благом для меня, я с большим почтением приму. И что далее произошло? Сарвабхаума Бхаттачарья преклонился лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху каждому оказывал должное почтение, ничего не желая взамен. Шри Рупа Госвами, насколько он был смиренен. А если вы не следуете наставлениям нашей Шри Гуру Парампары? Я, президент Мадха, проповеднического центра, я монарх всего, подобно священнику, попу, что означает грех. В чем он заключается? Они убивают маленьких телят. Однажды я поехал, чтобы посетить Ватикан. Вошел во дворец. Очень величественное сооружение. Я был очень удивлен, насколько этот дворец величествен. Тысячи преданных приходило для того, чтобы на мгновение обрести даршан священнослужителя. Этот дворец превышал по размеру наш Тадж-Махал. Вы знаете это место в Индии. Очень известный дворец. В тысячу раз этот дворец превышал Тадж-Махал. И вдруг я увидел маленьких телят, очень нежных. Двух-трех дней от рождения телят. И я спросил, а где же матери коровы? Почему эти маленькие телята находятся здесь? Мне ответили, а вы что, не знаете? Нет. Я пришел для того, чтобы обрести даршан, папа, который является священником всего мира. Мне ответили, завтра всех этих телят забьют. И сладкую плоть этих телят раздадут всем, включая этого священника и его последователей. Я ответил, я не желаю находиться здесь даже на мгновение. Это не поп, а пап, что означает грешник. Он не обладает милостью и состраданием к этим маленьким телятам, которые не совершили никакого греха. Каким же образом вы можете быть преданными, если кто-то оскорбляет вайшнава, который воспевает святые имена? У него нет даже времени смотреть по сторонам. Он постоянно занят чтением, слушанием Шримад Бхагаватам, читанием Чаритамриты. Постоянно зовет, о Гуру Нитай, о Радха Кришна, где вы? Шрила Гурудев цитирует шлоки Ишат Госвами Аштакам. Радхакунтате Калинда Танятире Чабансивате Премунмад Басата Сеш Дасья Грастау Праматтау Гантау Чакадахре Гурбанам Бхавабхибхутам Ванде. Иногда на Лалита Кунде, Шьяма Кунде, Рада Кунде, а иногда на Гирираджа Кавардхане, Кусума Сароваре, Нандагане, на Варшане, сокрушаясь, горько плача, не замечая ничего, что происходит вокруг. Постоянно находясь в настроении выразимой разлуки, каждую ночь они проводили под разными деревьями. Почему? Молясь. О, дерево, я знаю. Ты являешься вечным спутником Кришны.
Шри Радха и Кришна совершали сладостные игры под твоей кроной. Кришна каждый день приходил в лес пасти коров, и ты являлась его свидетелем. А сейчас он не приходит. И в настроении величайшей скорби и печали ты упала на землю. Во Вриндаване все деревья совершают шашандават пранамы. Это истинные бхакти. Нет времени, чтобы кого-то критиковать, а если вы критикуете, все самое плохое и неблагожелательное вернется к вам незамедлительно. Постарайтесь это осознать. Первое. Тринат Апи Сунич. Если у вас нет бхакти, а вы говорите, я такой смиренный, что это означает? Вы обманываете других, но больше всего самого себя. Качество бхакти — это смирение, и в той пропорции, насколько вы имеете бхакти, вы обладаете смирением. Но если нет бхакти, а вы искусственно притворяетесь, это означает, что одну руку вы держите на шее, а другой рукой касаетесь стоп. Вы не должны вести себя искусственно, иначе это разрушит бхакти, которое вы имеете. Постарайтесь всегда воспевать святые имена. Не совершайте оскорблений и оказывайте должное почтение преданным. Если вы не в состоянии оказать почтение в соответствии с квалификацией преданного, постарайтесь оказывать почтение всем. Далее Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, то, кто совершает намасанкиртан, как Шрила Харидас Тхакур, чем он занимался, разве у него было время кого-то критиковать? День и ночь он воспевал святое имя Трилакха каждый день. А Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, когда они принимались воспевать святое имя при одном слове «Кришна», теряли сознание. «О, Кришна, где ты?» 24 часа, пребывая в бесчувственном состоянии 24 часа, как Шри Рупа Маджари служит в трансцендентном мире. Иногда Шри Рупа Маджари играет на Радакунде, Шьямакунде, а иногда на Ямуне и наслаждается служением Шримати Радхарани и Шри Кришне. А кто-то считает, он находится без сознания. В действительности, внешнее сознание отсутствует. Он находится в своем вечном, внутреннем сознании. И когда они приходили в чувства, через 20 часов, Шри Рупа Госвами начинал горько плакать и сокрушаться. Сегодня я не воспевал святое имя. Как только он принимался снова воспевать святое имя, терял сознание. Почему? Потому что святое имя насыщено расой. Являясь сутью бхакти расы. Рупа Госвами sometimes writing, and he became faint. How he can chant? Шри Рупа Госвами, когда писал свои гранхи, терял сознание. Каким же образом он мог воспевать святое имя? Один лак, даже 16 кругов. Но как вы считаете, Шрила Харидас Тхакур более квалифицирован в воспевании святого имени, чем Шри Рупа Госвами? В действительности, воспевание Шри Рупы Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху, находясь в Гамбире, постоянно горько плакал, где мой Кришна? Сварупа Дамодара обратился к нему. Кришна в твоем сердце. Почему ты так горько плачешь? Он здесь.
Читание Махапрабху очень обрадовался. И я желаю его видеть. И пытался разорвать свою грудь. Сварупа Дамодара остановил его. Не поступай так. Это истинный баджан. Вы можете пометовать все эти удивительные лилы, но ваша платформа слишком низкая. Вы критикуете, заняты пустыми делами. Каким же образом вы можете воспевать святое имя? Then, swabhavik dinta will come. First, bhakti will come. If anyone is telling that we should try to remove all kinds of unearthed thoughts, а затем смирение. Если кто-то вам скажет, вначале вы должны освободиться от анартх, оскорбления, от всего неблагожелательного, а затем вы обретете качество и квалификацию слушать сладчайшие деяния Кришны и пометовать. Это совершенно неправильное представление. Вначале бхакти должно прийти. Позвольте нам слушать Харикатху. Бхакти придет. И под влияние бхакти, хридрога сердца уйдет. Вы знаете, что такое хридрога? Вожделение и другие сердечные заболевания. Имеется очень могущественный процесс. Лекарство – это харикатха. Слушать харикатху от возвышенного вайшнава. И тогда смирение обязательно придет. Тринатапи Суничина. Тарурапи Сахишнана. Шрила Бхактивинода Такур написал очень многое. Но, к сожалению, я не могу дать. Очень мало времени. Но если вы искренне молитесь Кришне и не заняты бесполезными делами, этот мир невежествен. Единственное преимущество этого мира, что является благоприятным для вас. Вы пришли в этот мир для того, чтобы совершать садхану, лишь только по этой причине. Но если вы не совершаете садхана бхакти, а занимаетесь лишь только зарабатыванием денег для продолжения самсары, материальной жизни, как это можно назвать? Подобно огню в слепом колодце. Вы находитесь в колодце, охваченным огнем. Это не я говорю. Не думайте, что я критикую вас. Это Шри Прахлада Махарадж обращается к вам в этой шлоке. Read and realize Puranjan Upakhyan. Постарайтесь прочитать и понять смысл Puranjana Upakhya. Это очень полезно для вас. Если вы будете читать самостоятельно, вы не сможете осознать смысл духовного писания. Но если возвышенный преданный рассказывает Харикатху, слушая его, с большим почтением, совершая служение ему, настроение смирения, вы сможете реализовать духовные знания, исследовать шлоки Тринатапи Суничина. Сегодня наш последний день. Я молюсь вашему Гурудеву, лотосным стопам моего Шикшагуру,
чтобы Он явил вам свою беспричинную милость, чтобы вы были достаточно сильными подчиниться и следовать Его наставлениям. Молитесь о том, чтобы Он всегда даровал вам садасангу, садусангу. И продолжая общение в садусанге, что дарует вам трансцендентную силу следовать строкам этой шлоки Тринатаписа Ничина. Однажды некоторым преданным я предложил, я желаю взять вас с собой на Голоку Вриндавана. Я предоставлю вам все необходимое для этого. Вы должны находиться в моем общении. Я предложу вам пищу, проживание, все необходимое. Я предоставлю вам. И когда я спросил, сколько кругов святого имени вы воспеваете каждый день? Едва ли два, три круга. И это воспевание с неоднонаправленным умом, постоянно занимаясь удовлетворением материальных чувств. Много масла используя для смазывания черных искусственных волос. Сколько кругов вы воспеваете каждый день? Я предоставил вам все необходимое. О мой Гурудев, я не в состоянии. Гурудев, я хотел бы, чтобы ты разрешил мне, чтобы я мог поехать туда, где бы я смог воспевать святое имя и помогать преданным. Почему ты так беспокоишься? Я желаю, чтобы ты остался со мной. Я предоставлю тебе все удобства. О, мой Гурудев, я желаю стоять на своих собственных ногах и помогать другим. Одновременно с этим не беспокоить тебя. Пожалуйста, дай мне разрешение, чтобы я мог уехать. Хотя бы один месяц. Останься со мной. О, мой Гурудев, я уже заказал билет. Очень скоро я должен уехать. Что это? Даже Кришна. Чему он мог помочь? Кала Кришна Дасу. Читание Махапрабху находился рядом с Кала Кришна Дасом. Когда он пошел в цыганский табор, Читание Махапрабху насильно привел его в Пури. И обратился, сейчас ты совершенно свободен отправиться в ад или же на Вайкунтху. Я снимаю с себя всю ответственность. Даже Кришна, читание Махапрабху настолько милостливы, не могут помочь. Они настолько могущественны изменить, сделать невозможное возможным. Но почему они так не поступают? Для нужд иметь сосуд, определенную платформу. А всего лишь тилака, ношение кантималы не поможет. Вы должны подчиниться и следовать всем наставлениям, о которых я говорил в течение 7 дней. Даже если вы будете следовать всего лишь на 1%. Этот 1% разделить на 100 частей. И сотую часть этого процента разделить еще раз на 100 частей. Тогда у вас появится надежда. Но не следуя духовным принципам, лишь только кантимала, внешние атрибуты не помогут. Очень скоро вы увидите.
Я держал столько много в своем кармане, но когда я проверил его, мой карман оказался пустым. Вся моя жизнь прошла зазря. Свамиджи прислал меня. Ты должен пойти и передать мое послание и помочь. Я желаю вам помочь. Таким образом, я следую приказу моему Шикша и Дикша Гуру. Я хотел воспевать святые имена, но я реализовал. Я обязан исполнить приказ моего Дикша и Шикша Гуру. Я оставил Вриндаван для вас. Вы должны это понять. Я покинул святую Дхаму, читание Махапрабху. Свамиджи также оставил Вриндаван, духовную обитель, Сварупабхуму, Вриндавана, Навадипатхаму, свой офис в Бомбее. И пришел для того, чтобы явить вам свою беспричинную милость. Шрила Гурудев, у меня вопрос. В чем он заключается? Вы говорили о могуществе Шри Гуру, освободить своего ученика и привести его к Верховной Личности Бога. И также вы объяснили, что Шри Гуру и Вайшнавы настолько могущественны и всевидящи. Шри Кришна, он также всеведущий. Какова же разница между всезнанием Шри Гуру и вездесущностью Шри Кришны? Шри Гуру еще более сарвагья, что означает всевидящий, всезнающий, всеведущий. Если он является истинным Шри Гуру, он является обителью милости Кришны. Если мы сравним Кришну и Шри Гуру, кто милостливее? Без милости Шри Гуру вы не можете реализовать милость Кришны. Поэтому Шри Гуру более сарвагья, всевидящий и всезнающие. У Кришны нет времени, он постоянно занят, играет в рощах Вриндавана, а Гурудев находится среди вас и видит, все страдают, я должен помочь. По этой причине Шри Гуру приходит к каждому и помогает. Спасибо.